Итак, друзья, всем привет! Сегодня 14 августа 2022 года. Всех, друзья, с праздником Медового Спаса. Ну что, сегодня я на пасеке буду работать. Работы мои действия такие. Разжег уже дымарь. Ну, в общем, до обеда я уже работал. Сейчас вторая половина дня. По плану сейчас у меня на этом тачке на домашнем снятие магазинных надставок. Здесь вот, допустим, одна надставка, здесь тоже одна надставка. До этого здесь у меня стояло два магазина, тут тоже два магазина, тут тоже два магазина. Пчелы принесли меда два магазина, 12-рамочные. Я сейчас говорю только про 12-рамочные. Взамен я поставил по одному магазину им откачанного. Два взял, один пустой поставил. В итоге что получилось? Посмотрим. Вот здесь я вижу печатный мед. Здесь вот тоже. Ну, пчелки еще поднесли. Как и я так думал, что они еще поднесут медочек. Ну, сколько там? Бывает, вот, где гнездо над гнездом, принесут, запечатают, а по краям могут оказаться еще и пустые рамки. А бывает и полностью залит медом. Вот здесь вот смотрим, вот здесь вот непечатный, здесь идет уже печатка, здесь тоже печатка, 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 печатка. Так, следующий улей. Тут вот тоже я вижу печатка, печатка. Ну а тут не печатный по краям. Ну, в общем, что? Хватило сил. Ну, медосбор продолжался. Естественно, пчелки еще понесли в магазинчик. В принципе, все. Сейчас я снимаю все вот эти вот магазины. В общем, пчелы поработали в этом сезоне неплохо. Я считаю, даже отлично. В связи с тем, что была весна холодная у нас. Развитие было позднее, цветение позднее. Но, тем не менее, пчелки отработали. Здесь у меня колышется вот такой вот отпуговитель птиц. Это у нас воздушный змей. Ну, видите, он периодически вот так откачается. Я вам показывал на своем канале. Ну что ж, также включается сирена с криками хищных птиц. На моей пасеке настроил на 25 минут периодичности. Пока что идет это все тест. Это все как работает, я не знаю. Но пока что птиц сейчас я вот на данный момент здесь не вижу. Вообще не вижу. Так, по Беннингхаусам. Беннингхаусы отработали на славу. Как-то мне нужно будет их разобрать, показать. Два корпуса на 300. Там то же самое. Два магазина. И плюс надставочка, в которой стояли банки под сотовый мед. Да, кстати, банки тут есть еще и в одном магазине. Можно посмотреть. Партию я уже банок забрал. Так, вот, вот, вот. Непечатный вижу. Тут тоже непечатный. Соты отстроенные, залитые. Но я думаю, это не за горами. Особенно вот эти три баночки. Четвертая здесь тоже вот неплохо. Ну, здесь слабовато. Тянут сот. Тут тоже слабовато. Ну, и тут поменьше. Не знаю, взяток, если будет немножко какой-то продолжаться, может быть, и не доделает эти соты. Ну, нет, и ладно. Но эксперимент удался с этими баночками. Я уже показывал на своем канале. Партию я 7 банок уже взял. С печатным, хорошим, зрелым медом в банках. Сегодня я как бы до обеда уже работал. Снимает только 12-рамочные. Они полегче. Магазины. Так как работаю сегодня я один. Помощник Миша на подъезде. Ну, с ним мы будем снимать, конечно, 16-рамочные
магазины. Ну вот 16-рамочный магазин, тут тоже 16-рамочный. Тут тоже было отобрано по два магазина. О, тут печатка, ребята, тоже вот печатку вижу, тоже есть. Ну здесь вот я не знаю, здесь вот пчела ползает, тут, может, и не печатный мед, но тем не менее все равно пчелы принесли еще дополнительный магазин. Ну сколько там будет, не знаю. Ну здесь вообще отлично, вот печатка тут все пошла, тут тоже все печатный мед. Ну неплохо. Включился отпугиватель птиц. Слышим звуки. И тем не менее сразу тут у нас змей тоже колышется. Ну ветерок. Так, дымарь прикрыть, он разгорелся. Вот так, друзья, я приоткрываю порой вот так дымарь, когда разожгу, и он быстро раздувает его, разгорается и хорошо начинает дымить. Ну, потом можно прикрыть и все. Так, еще по углям биннинхауса. В этом году приобрел 6-рамочник биннинхаус, заселил семейку, хотел через перегородку две заселить, времени не было. В общем, семья развилась капитально. Она занимает сейчас на данный момент два корпуса. В общем, сидит она на 12 рамках. В дальнейшем как-нибудь я покажу, разберу, посмотрим, что там у них. Ну, в общем, я как-то смотрел, тут у них уже был печатный мед. В общем, отработали они неплохо. Ну и развились тоже неплохо. Ну, яблочки я свои показывал как-то. Здесь, видите, такие небольшие яблоки. Ну, сорт такой уральский, желтенькие будут. Тут я вот этот сук, когда-то я давно привил сюда вот. Тут вот даже изолента была, наматывал. Несколько прививок было. В общем, прививка у меня удалась, вот это сук. И вот такие крупные яблоки, смотрите, вот сорт крупный, крупные яблочки, красные они такие, ну скороспелые и очень такие мягкие, вкусные, мне нравятся. Тут уже подпору подставил, но все равно где-то тут надо тоже еще подставлять подпору яблоки, потому что очень крупные вообще, крупные. Далее, тут у меня есть семьи, которые объединял с роями. Вот, рой подселенный здесь у меня, привезенный из ловушки. Семейка была, ну, такая, не такая сильная, подселил. В общем, по плану нет у меня увеличивать пасеку, я делаю сильные семьи. Естественно, матку я в пойманном раю убрал роевую, она мне не нужна. Здесь тоже можно наблюдать вот два шестнадцатика, вот корпус тут подсажено, тоже как подсаженный рой привезенный здесь, тоже подсаженный рой привезенный. Здесь у меня сильный рой пойманный, матку поменял, отдельно решил посадить. Ну, тут рутовский, тут свой, на пасеке выше отроилась семья, посадил рой в рута. Но это у меня вот два улья, улья Сибири. Этот я получал зимой, заселил сюда семью, буду зимовать на улице. И 10-рамочник тоже вот получал летом, дно с сеткой, тоже будет зимовать на воле. Ну и этот улей у меня тоже как бы сетка тоже считается, вот этот вот. Мы уже сами тут сделали дно. Но это старенькие рута. Тут надставочки надо будет медовую отбирать. Но все у меня идет по плану. По роям тоже вот здесь вот. А вот еще один тоже тут подсадил роя. Здесь тоже у меня, в общем,
привезенные ораи стоят. Некоторые тоже объединил еще одним роем, допустим. Здесь вот все подряд. Ну, это как бы плюс пасеки. Тут уже маток поменял. Без эксцессов на пасеке не бывает, естественно. В этом году менял маток плодную на плодную. И получилось так. Две семьи категорически отказались принимать маток. Что я с ними не делал? Семьи отрутели. Пришлось вытрясти эти семьи, посадить их, поставить снова ульи. Вот улей. Поставить рамки пустые. Они слетели обратно. И также слетели на это же место, видимо, пчелы-трутовки. Пчелы-трутовки, видимо, они летные, они знают свое место. Вернулись обратно. Подсаживал матку. Матку опять не приняли. В общем, у них судьба одна. Я просто вытрясу эту пчелу. А пусть она дорабатывает свое. Ну, уже все доработали. Семьи эти просели. Так вот у нас опять яблочки здесь. Вкусняшки. Ну, в одной семье там есть еще вот семья. Ну, там я подсадил все-таки матку. Ну, каким образом получилось? А просто поставил рамочку с расплодом. С яйцами, с личинкой молодой. Они, в общем, стали выводить свою матку и вывели. Может быть, эти семьи, которые у меня отрутели, может быть, вот этот способ бы и подошел их исправить. Ну, не знаю. Кто знает, пишите, кто борется не с маткой-трутовкой. У кого, если матка-трутовка, это понятно, матку можно найти, матку-трутовку. Это матка обычная, ее легко найти. А вот пчелы-трутовки, это просто беда. Просто беда. Я не знаю. Опять вот тут могу показать свои яблочки. Ветки свисают до пола. Так что яблочки для компота, для сушки, для повидла. Все свое. И это будет. Ну что ж, друзья. Вот такая вот у меня обстановка сейчас на пасеке. Тем более праздничный день. Я работаю. Медовый спас. Насчет здесь травы писали. Все было заросшее. Да, действительно было все заросшее. Ну, обкосили газонокосилкой. Прошлись по проходам, где мы ходим с тележкой. А где подставки, я сегодня приехал в 6 утра, пока пчелы не летали. Кстати, у нас на Урале уже холодные ночи начались, плюс 3 сегодня было. Обкосил ульи, ну, сейчас поприличней как бы стало, потому что места нужны тоже, как бы с кочевки мы повезем сюда пчелосемьи, чтобы колышки-то хоть не заросшие были, что видно их. Вот они стоят, колышки свободные. На тачках, да, там еще надо снимать вот магазинные надставки, все убирать и свозить все на место. Видите, как змей. О, как взлетает. Ничего. Вот на малейший ветерок, и он давай тут летать. Ну, вроде все, друзья. На этом видео свое буду заканчивать. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем, кому было со мной интересно, смотрит меня. Всем спасибо, друзья, за поддержку, за все. Всем пока и до новых встреч. Всем удачи!